Друзья, я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет очень яхтенный выпуск. Вернее, он будет интересен для тех, кто в яхтенной теме. И я буду рассказывать о очень важной составляющей. Это автономность лодки. Автономность в ключе получения электроэнергии и расхода электроэнергии. Тема очень серьезная, будет много информации технической. Поэтому для тех, кто ожидал увидеть красивые пейзажи, это, наверное, будет не сегодня, а в следующем выпуске. Итак, поехали, больше техногена. Вперед! Вот здесь у нас место для доместик батарей. То есть у нас сейчас здесь стоит всего лишь одна батарея. И есть место еще для двух, но просто эта батарея рабочая, а тут стояла та, которая сдохла. Вот мы ее, соответственно, утилизировали. Это у нас левая каюта. В этой каюте у нас идет три доместик батареи. Это вот эти, раз, два, три, стартовая батарея двигателя. И вот здесь вот маленькая ниша. Вот здесь видно. Вот эта маленькая батарея. Это стартовая батарея генератора. А сейчас я покажу еще две батареи, которые у нас отвечают за боутрастер или переднюю подрульку. Это у нас передняя каюта. Две батареи по 750. Это у нас те, которые питают носовую подрульку. Вот, кстати, подрулька. Такой мощный механизм. Он крутит мотор вправо-влево. Кстати, его надо будет сейчас проверить. А справа это кондиционер передней кабины. Переходим к получению электричества. То есть у нас на лодке что есть для того, чтобы электричество получать? Панели. Каждая панель по 8,5 ампер. И здесь тоже стояла такая же, но с ней приключилась беда. Она у нас умерла, поэтому у нас стоит две панели и дают 9,5 ампер, то есть немножко больше. Затем у нас есть ветрогенератор, который полный отстой, вообще не работает. И генератор вот NC, который достаточно эффективный, но дает энергии нормально, но слишком сложен в мейнтенансе. То есть уже вот пропеллер крутится не очень хорошо, хотя, наверное, еще нормально. Вот. А теперь я буду рассказывать о том, сколько лодка чего потребляет и сколько лодка откуда что получает. Заряд солнечных батарей у нас контролирует вот такая штука. Вот здесь видно сейчас IN. Это то, что дают солнечные батареи. Они дают 15,5 вольт и дают 13 ампер. Но нам из этого всего нужно получить ток зарядки. Вот сейчас он 13,2 вольта. Нам больше не нужно. У нас батареи получаются заряжены. И при 13,2 вольтах он выдает 15,5 ампер. То есть мы сейчас заряжаемся. А вот сколько мы заряжаем, мы сейчас пойдем посмотрим. Это у нас батарея заряжена 12,4, ну там 12,5, потому что мы сегодня много запускались. Затем дополнительное оборудование, это носовая подрулька, 12,6. И доместик, вот у нас сейчас здесь 13 вольт. 13 вольт означает только то, что батареи заряжаются. Теперь мы идем вот сюда. Мы видим, здесь бегает полосочка, это значит идет зарядка. Переключаемся и смотрим. 13 и 28. То есть это полностью совпадает с тем, что у нас выдают панели, у нас нету никаких потерь. Соответственно, у нас полностью энергия лодки покрывается за счет солнечных панелей. Плюс мы заряжаемся. Вот это режим стендбай, при котором работает холодильник. То есть вот 5,5-6 ампер – это тот ток, который лодка потребляет. А теперь начинаем рассказ о том, сколько какая из систем потребляет электроэнергии на лодке, как собрать систему, которая будет идеально работать, и сколько таки нужно батарей для того, чтобы ваша лодка была автономной. Пункт номер один. Лодка в режиме стендбай потребляет от 3 до 5 ампер. Что сюда входит? Это Bluetooth спикеры, приборные панели, которые постоянно спят, но по чуть-чуть тянут. В общем, все, что может нормально забирать, но по чуть-чуть. Идем дальше. Что у нас под позицией номер два? Это холодильник. Холодильник потребляет у нас от 1 до 3 ампер.
Почему есть разница? Потому что в режиме, когда холодильник уже заморозил, он потребляет меньше. Если он набирает обороты, он как раз может и потреблять 3 ампера. Далее, у нас есть морозильная камера. Она потребляет от 3 до 4 ампер. Далее, 4. Приборы. Navionics. Navionics потребляет 5 ампер, если у нас включены все приборы. Это радио, каждый из чартплоттеров, которые у нас на лодке, 4. Если отключить каждый чартплоттер, мы можем экономить до полампера. Но все равно 3-4 ампера нам в любом случае будет Navionics потреблять. Далее, у нас есть радар. Радар. 5 ампер. Иногда чуть больше. Шестое. Автопилот. Автопилот. Автопилот у нас потребляет от 5 до 25 ампер. От чего зависит? Когда вы идете и у вас правильно настроены паруса, автопилот может потреблять совсем немного, 3-5 ампер, потому что рулем не нужно сильно крутить. Как только у вас идет перегруз по парусам и лодка начинает выписывать такие большие зигзаги, увеличивается нагрузка на автопилот, потому что он пытается его все время выровнять на курс, но волной и перегруженными парусами лодка уводит. Поэтому потребление автопилота может достигать 25 ампер. Для того, чтобы уменьшить эту нагрузку, правильно настраиваем паруса. Это автоматически обозначает, что нагрузка на вашу систему будет уменьшена. Свет. Свет на лодке. У нас LED. LED. Если включить все системы, то это будет от 3 до 5 ампер плюс 1 ампер. Это ходовые огни. Ходовые огни. Далее. Туалет. Помпа. Туалет плюс вода. Каждая из систем потребляет от 3, 3-4 ампера плюс 3-4 ампера. Если у нас включится в одном туалете душ, в другом туалете кто-то сольет воду, мы получим 8 ампер нагрузки на нашу бортовую сеть. Идем дальше. 9. Опреснитель. Опреснитель. Он у нас потребляет в режиме, в нормальном, когда у нас работает уже штатно и он делает воду, он потребляет 15 ампер. В тот момент старта может потреблять 20-25. Это все также нагружает нашу бортовую сеть. И плюс у нас есть разное. Это, например, вам нужно зарядить свой мобильный телефон. Все время есть что-то, что торчит в розетке и подтягивает энергию. На это нужно брать от 3 до 5 ампер постоянно. То есть вот вы видите все цифры, которые обычно лодка потребляет. Теперь мы рассмотрим два режима, в которых находится постоянно лодка. Первое, это у нас лодка идет под парусами. Второй режим, мы на лодке живем. Итого, у нас получается в режиме living 20 ампер. В режиме sailing 27 ампер. Это то, что вам нужно обеспечить на лодке. Основной источник получения энергии у нас солнце. У нас есть график. Амперы, которые мы получаем от солнца. 24 часа. Период в сутках. 12 часов, соответственно, 6, 0, 18. Если учесть, что рассвет идет в 6 и закат в 6 на экваторе, будем рассматривать эти две точки. Здесь у нас энергии нету, это чистый расход. С 6, вот у нас здесь будет максимальное количество энергии в пике солнца. С 6 до 12 и до 18. То есть у нас вот это все, это 25% приблизительно от суток. То есть за 6 часов
нам нужно получить из расхода 30 ампер в час суточного потребления. Теперь рассмотрим получение электричества за период времени. Берем два экстрема. Первый мы потребляем 30 ампер, второй 15. Есть еще 20, но это будет промежуточное значение. При 30 амперах за 24 часа мы расходуем 720 ампер. При 20 амперах за 24 часа 480. И 15 ампер 24 часа 360 ампер. Теперь, если мы 360 ампер хотим получить за 6 часов, нам нужно обеспечить питание в 60 ампер. За 12 – 30 ампер. 720 ампер – 6 часов. 120 ампер должно выдавать зарядное устройство. И за 12 часов – 60 ампер. Скажу откровенно, мы сейчас рассматриваем только максимальное значение. На самом деле лодка будет потреблять где-то в районе от 15 до 20 ампер, если вы идете, и от 10 до 20 ампер, если вы находитесь в стендбае. Есть лодки, конечно, другие, но я рассказываю именно про свой конкретный случай. Но запас батареи вам нужно обеспечить с учетом того, что у вас лодка будет потреблять в пиковом режиме. То есть у меня изначально я рассчитывал 750 ампер. Если я иду с пиковой нагрузкой, я заряжаюсь раз в сутки. Если я иду на нормальной нагрузке, то я заряжаюсь раз в двое суток. Если я стою и я вообще просто живу и в очень экономном режиме, может хватать на трое, четверо, пятеро суток обычной батареи. Я расходую 10% батареи за 24 часа. Но если днем хоть есть какой-то свет и меня начинает заряжать, то получается, что у меня этот период растягивается на более длительный промежуток. То есть раз в двое, в трое, в четверо суток. Но если стоит 750 ампер и лодка потребляет 15, вы не заряжаетесь вообще. Друзья, я надеюсь, эта информация была для вас полезная. И может быть она немножечко скучная для не яхтсменов, но если вы готовите лодку к переходу, если вы собираетесь жить на лодке и находиться на ней 24 часа в сутки, то именно эта информация это то, что вам необходимо. Я до этого доходил на своих ошибках, опытным путем, много читал. Пожалуйста, пользуйтесь. Хочу поблагодарить вас за то, что вы были с нами на канале Капитан Герман. А для наших новых зрителей, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, и мы будем вам рассказывать, показывать что-то новое, важное или просто интересное. Пока!